Совет Харьковской территориальной громады, ее депутатов, исполняющих обязанности областного совета Харьковской области, провозглашает создание суверенного государства Харьковская Народная Республика! Харьковская Народная Республика будет строить свои отношения с другими государствами в соответствии с международным правом на началах равноправия и взаимовыгодного сотрудничества. Территория Харьковской Народной Республики, признана административной границей, является неделимой и неприкосновенной. Настоящий акт вступает в силу с момента его утверждения на общеобластном референдуме. Пункт 3 повестки дня. Обратиться к президенту Украины Януковичу Виктору Федоровичу с тем, чтобы он легитимизировал наши полномочия и утвердил их своим указом. Обратиться к правительству Российской Федерации с просьбой обеспечить мир и порядок на время проведения референдума и посредничества в референдуме на Харьковской Народной Республике.